Здарова всем, ребята, Кента ПК на проводе, и вы все меня очень сильно просили. Кента ПК, выпусти продолжение Читер Патруля. Ребятулечки, все для вас, без проблем. Вы, самое главное, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что сегодня то, что вы увидите, это просто что-то нереальное и невообразимое, потому что прямо сегодня мы даже забаним читера с АВМ Treasure Hunter, прикиньте. MyStandoff.com – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну давайте начнем с чего-то более-менее спокойненького. Первый читер, которого мне отправили, это парниша, который просто всех убивает при помощи нереального прострела, если вы понимаете, о чем идет речь. Ну что же, смотрим. Игра только начинается, мой подписчик закупает себе оружие, и пока он закупает оружие, уже одного человека убили. Ну что же, смотрим дальше. Буквально спустя 10 секунд убили всю команду. Парнишем под ником ХВХ. Ты не ХВХ, ты ГВХ, потому что ты говно. Пал? Кто ты? ID 719-622-47. Ютуб говно, это если что, это его фамилия, поэтому это не оскорбление. Поехали смотреть дальше. Игра только начинается, мой подписчик закупает себе оружие. Как мы видим, да, купил себе оружие. И сейчас чувак по ником не кикайте ГОВДР просто берет и нагло убивает. Ну, ребят, просто ни стыда, ни совесть. Еще у них такой, не кикайте ГОВДР, это как, знаете, как мне пишут. Кен, давай, или мне прокачка инвентаря, или голду. Даже третьего не дано, то же самое тут. Не кикайте ГОВДР. Братанчик, с таким, как ты, никто дружить не будет, потому что ты читер. А читеров что надо делать? Вырубай с локтя! В любой непонятной ситуации. Ну, также появилась небольшая проблемка, то что в последнее время все читеры начали играть в команде. Даже было такое, лично я видел, когда читеры кикнули нормального игрока без читов, потому что он мешал им фармить киллы, прикиньте. И помимо всего этого, читеров стало настолько много, что я вот буквально недавно на стриме играл, и вы просто посмотрите на вот это норма, у меня в двух катках из двух попались читеры. Представьте, вот смотрите, смотрите, чувак, у меня так сгорел на стриме, я какими словами его только не называл, поэтому лучше не пересматривать этот стрим. Ну реально, просто посмотрите на мое лицо и вы все поймете, насколько я был зол в тот момент. Ну а сейчас, конечно же, этого читера давным-давно забанили. Ну а сейчас вы будете просто-напросто в шоке. Пишет мне Верикан, кентуха, мне попалось в катке 4 читера из 5 игроков. Прикиньте, 5 игроков в команде, из них 4 читера. Ну это просто полнейший трындец. Давайте посмотрим, как же все это было. Вот я вижу, Верикан бежит со своим ножом-бабочкой. Посмотрите, просто взгляните на это. Не, ну это норма по вашему подчину, но это просто хэштег диагноз. Вот этот фармизбот 1. Я просто в шоке с него. И посмотрите на его ID. Я просто в шоке. Сейчас, ребятки, обратите внимание на ID этого парня. У него даже ID не отображается. Я не знаю. Вот, смотрите, видите? Вот у всех игроков есть ID, кроме него. Кроме вот этого форме с бота. Он какой-то вообще полный неадекват. И чтобы увидеть его ID, надо было перейти в профиль. Но, ребятки, не проблема. У него еще ник, я разнесу тебя на изи. Да, братан, кого там разнесешь? Максимум, кого ты разнесешь, это свой унитаз, понял? ID 716-364-10. Пока! И опять же, та же самая катка. Я же сказал 4 читера, значит смотрите. Та же самая катка, ребята, просто обратите внимание. Верикан бежит, спасается, он не знает, что делать. Он такой, помогите, спасите. Но, вот этот парниша с АКР Дрэгоном. Скорее всего, это скинченджер, хотя, прикиньте, если он задонатил и получит бан, будет, короче, полнейший трэш. Вот второй читер в одной катке, их всего было 4, ну просто представьте. Реально, мне прям жалко как-то Верикана. Так, получается, 2 читеров увидели. Давайте 3-го. Без проблем. Погнали смотреть. Вот Верикан бежит, пытается пушить плент А. Но где-то на минимапе читер. Да. Как обычно, ник GG, хакер GG. Я вот не понимаю. Даже если хотите пробуститься, зачем вы все четвером качаете читы? Ну как можно быть настолько тупыми? Поправочка для Ютуба. Тупыми это их фамилия. Вы же все четвером получите бан по железу. Ой, ребята. Ребята, мне даже как-то жалко их. Как же можно быть настолько недалекими, не понимать, что они четвером получат бан? Вот, давайте даже вместе с вами детально рассмотрим этих парней. Смотрите, КД 5.46, вот это да, растут киберспортсмены, ребят, есть будущее все-таки, да? У чувака уже рейнджер, ну обалдеть просто, не, ребят, красавчики, попали так попали конкретно на кента, да? КД от 4 минимум, красавчики, ребята, улетите на банановые острова.
Карта провинции читеров тоже не обошла стороной. Такая хорошая, новая, девственная, замечательная карта была. До того момента, пока эти наглые особи не начали качать читы. Ну, посмотрите, это по-вашему нормально. Вот этот чувак с ником ПРМ Кактус. Да засуньте себе кактус в попу, ясно куда. ID 6867149. Ты получаешь бан. Мне даже скинули ребят, которые качают скинченджеры. Ну посмотрите, это по-вашему нормально? Вот такие чуваки. Савэм Трэжер Хантер, зачем за миллион голды покупать? Да зачем миллион голды тратить? Можно скачать скинченджер, получить бан на все устройство и нормалды, да? Ребята, скинченджер это тоже чит. Никогда его не качайте. Ну а прямо сейчас вопрос к моей аудитории. Ребятки, я конечно все в этой жизни понимаю, но я не понимаю только одного. Этот чувак мне скинул вот это видео и говорит, Кент ТПК, против меня играют читеры. Я хотел бы спросить, почему у него все игроки красные? Что это? Я не понимаю, остановите мир, я сойду. Что такое? А, и перчатки есть. Или подождите. Или, то есть, мой подписчик сам скачал читы и мне скинул это видео. Если это правда, то это просто самый тупой способ привлечь внимание. Не, ну посмотри, чувак со скинченджером, походу, снимает чувака с щитами. Ну это просто комбо, это как картошка фри с колой. Ну посмотрите на вот этот набор, да? Я в шоке, просто Биба и Боба, два друга, правильно? Ну что это такое? Я тут не знаю, что делать. Но того чувака, что летает, мы по-любому отправляем на Бананы острова. А вот тут этого под вопросом. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях. Ну что ж, ребятки, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Вам, наверное, интересно, Кент ТПК, почему это такое короткое видео? Ну, ребята, просто я в последнее время начал заниматься ТикТоком, теперь я ТикТокер, времени мало, поэтому видео вышло коротким. Ссылка на мой ТикТок в описании. Ну что же, всех вас сильно люблю, вы самые крутые, самые лучшие. Всем удачи, читер отправляйте мне в ВК, и всем пока. Блин, прям как Эминем зачитал.